Сегодня у нас очередная распаковка на канале, и заказывал стекло на телефон Xiaomi Redmi Note 4, глобальная версия. Они там все стекла высылаются вот такой вот упаковки, для того чтобы не повредились. Стекло пришло очень быстро. Продавец даже положил вместе с чехлом подарок. Это, походу, подставка под мобильный телефон. Потом две салфетки для того, чтобы клеить стекло. Одна сухая, одна влажная. И непосредственно само стекло. Само стекло вот, как, вот имеет такой вот вид. Все нормально. Телефон еще не пришел. Пришло сразу стекло. Ну, процесс поклейки стекла на телефон, я думаю, покажу. Ссылку на данного продавца скину внизу под видео. Кому нужно стекло, заказывайте. Всем пока. До скорых встреч на канале.